Всем здорово, купривет! Еще одна нарезка на старом добром Галакронде. Катка получилась достаточно интересной, поэтому смотрите эту нарезку от начала и до конца. Ну и после просмотра обязательно оцените ее. Но я напомню про нашу цель. Цель в 10 тысяч подписчиков. Если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. Ну все, всем приятного просмотра. Опять ты, я даю тебе второй шанс. Второй шанс даю. Давай, второй шанс. Ничего себе, а что, так можно было что ли? Ну давай. Ну давай, давай. Нормально. Я сейчас еще кое-что скину. Очень важно. Капец, как важный чат. Только не пропустите. Вот сейчас информация супер важная. Супер важная инфа, смотри. Вот, в чат кинул. У нас есть беседа ВК. Кого еще вдруг нет беседы ВК? У нас. Вступайте. Это офигенная, лучшая вообще тема. Если вы туда зайдете, сразу говорю, выключайте уведомления, чтобы, ну, уведомления не приходили. И будут приходить уведомления только о стримах. Это имба. Поэтому приходите, да. Ничего крутит. Хорошо крутит, сильно крутит. На, это вообще надо взять. Я в шестую хочу делать. Чисто в шестую. Ну, может, пятую, но в шестую хочу. В смысле, ничего интересного, это супер полезная тема. Потому что на Ютубе не приходит уведомление вообще. А там 100% приходит. Что лучше, Ютаб или ТикТок? Выбор без выбора, по-моему. Не знаю, в ТикТок вообще. Зачем им пользоваться? Зачем? Им кто-то реально пользуется. Нук, нук, нук. Че там? Ха. Вау-ва. Да, мечта. Пипец. Вот это я понимаю, пятая карта, заслуженная. Ну чё придет, как думаете? Чё думаете? Что-нибудь придет хоть что-нибудь? Мне кажется, нифига не придет. Потому что на пятый ход что-то, ну, пыш неплохо. Пыш нормально будет. Корабль, мать, ну все хорошо будет. Ну вообще, в принципе, почти все хорошо. Есть фигня одна небольшая, которая может прийти и заруинит. Ну, все зависит вот от этого ролла сейчас, что придет. Да понятно, я выиграл уже, все понятно. Я вступил в беседу. Это правильно, смотри. Ну такое. Я предлагаю взять Гаргарыча, наверное, все-таки. Он как чел такой. Получел, полу. Тапки, полу, что-то кто-то, да? Ну, Гарри, он такой. Ну, попробуем в лемов, наверное, выйти, что. В целом, можно остаться даже в этой таверне и сидеть в этой таверне. Это неплохо. Давай возьмем. Его же бафнули, он 8-8 теперь, чел. Да, то, что надо. Я здесь остаюсь, все, мне пофиг. Все, я буду здесь сидеть до посидения. Вы ничего мне не сделаете, я в другом городе сейчас. Все. Еще одну шестую надо сделать. Как-то. Каким-то мега-образом. Не самое лучшее существо, но что сможешь сделать? Это что? Что такое? Давай тогда пицценосца не будем брать, вот это вот возьмем. Вот так вот его на второй, наверное, даже поставим. Куда-то вот. Так примерно. Вот так вот. Тут неважно, я все равно шестую пока буду делать. Сюда. Почти попал. Ну, пицценосец он такой. Ждем, короче. Я просто не знаю, как мне дожить до шестой таверны еще одной. Ну, представь, шестой таверны еще один кар, например. Это же вообще офигеешь. Насколько это классно получится. В третью... Я, кстати, могу в третью выйти. В третью тоже. Я же не на ранее все-таки играю. В третью, наверное, надо... Да, Гар, конечно, терпилыч. Просто терпилыч, чел. Вот так, чел. Вот так, чел. Вот так, чел. Мы пати уже 10 лет играем на стриме сегодня. Вот так, чел. Ну, минус этот, конечно, но я думаю, ничего страшного. Главное, что ждем в ожидании. Сейчас Номи придет, там уже посмотрим. Давай, давай, сам. Можешь сам поиграть, Христол? Нафиг ты переставляешь всегда. Так, расскажи что-нибудь. Офигел. Нафиг, нифига. Терпила, давай. У меня проблема, на самом деле. Слишком долго я сижу и тырю карты. Прям очень долго. Ну ничего страшного. Ну, единственное, что, понятное дело, то, что мне может ничего не прийти, что это верно. Но я надеюсь, что все-таки придет, да? Но если не придет, то и фиг бы с ним. Ничего страшного. Я сижу, пофиг. Ну реально, если мне сейчас ничего не приходит, типа стриплета, ну, стриплета сабилки, то ГГ. Мне ГГ, мне пипец. Надо надеяться, что придет все-таки. Найдитесь, пожалуйста, сейчас ключевой момент. Либо приходит, я выигрываю, либо не приходит, и мы все-таки вылетаем опять топ-8. Либо так, либо так. Ну нормально, Джин неплохо. Все, и теперь полностью... Ой, чуть... Прикинь, чуть не нажал. Надо же сначала взять, а потом, типа, ну, бывает, старческий возраст все-таки пожилой. Сейчас бы нажал, вообще классно было бы. Может, еще что-нибудь найти там? Надо, не? В принципе, можно. Ну, чтобы Гаргарыч, да, побольше. Спасибо. О, ну давай. Это надо. Спасибо большое. Продам, чтобы Гар еще больше забафался, да, наверное? Гаргарыч бафается, после этого вот это вот бафается. И после этого уже делаем только триплет, вот только сейчас, да? Спасибо, знак. Ну давай. А, ну даю. А, ну давай. Ну, правда, такие все карты у меня здесь, но у меня выбора просто нет. Это единственное, что я могу сделать. Больше нет карт. О, пиццеед. Я думаю, что все-таки так сделаем. Чисто что было. Вообще надо... Ладно, фиг с ним. Чего не нажал второй раз? Ну вот, видишь, камбэкнул как за секунду. Смотри, люди вылетают, а мне пофиг. Можно было, наверное, вообще по-другому сыграть там. Ну, тогда еще. Микромоменты.
Просто мог еще рероль сделать, но там четвертая могла не прийти. Сейчас чекну. Получается, что... Наверное, возьму вот эту штуку так просто, чтобы было. Продам и возьму 1-2 чисто на следующий ход, чтобы подзабафить чуть. Фигня полная, конечно, не со всей силы усилился, но так. Купи просто 4-4, зачем тебе тролл морозить? Затем, что шестую карту сделать? Тут какой-то очень странный вопрос. Ну, я вылетел здесь, да? Потому что как раз таки это тот ролл, когда... Ну, я в расцвете сил сейчас вот камбэкаю. И опять топ-5, да, будет? Если опять топ-5 будет, я никогда в жизни больше не возьму этого героя. Фулл пати нет, не было. Пипец. Пипец. Ну давай чё. Два джина? Ну нет, два джина, конечно, интересно, но... все же нет. Вот перчик. Перчик так-то... это самого, да? Давай перчик тогда вот так сделаем. И вот так сделаем. Ну даже не знаю, на первый слот зачем ставить. Какой же он здоровый, ты посмотри на него. А что из него может выпасть? Ничего, по-моему, особо для лимов нет. Пускай первый стоит. Все, привет, YouTube. Это уже привет, YouTube, чат. Можете писать, неважно, какое место уже. Уже не важно. Это просто привет, YouTube. Мне нравится игра. Мне просто нравится. Классная. Ну реально красиво. Гар на пятый ход. На пятый ход. Я немного странно в этой игре сыграл, конечно. Но все равно классно. Мне нравится. Ты 2-2 профукал? Может быть. Не отрицаю. Я так умею делать. Горош. И Рексар. И Номи. А, нет, Номи это мимо. Номи нафиг идет. Вот еще. Суши, капец. Сышок. Поехали крутиться. Мне его надо все равно продать, чтобы, да, все это дело. Сделать вот шестую бы, наверное. Ну, шестую как сделать? Или сделать шестую все-таки? Не, ну шестую, наверное, никак. Никак, да? Пока просто здесь сижу, получается. Ну, в пятой ничего нет, вообще ничего нет для меня. А до шестой... Ну, ладно. У меня, в принципе, так-то что-то есть. Что-то уже есть, и, ну, мне норм. Я только сначала это ставлю, а уже потом. А можно поставиться, не? Ну, опять гнида повернулась. Сделаем вот это вот, что-нибудь. Пожалуйста, быстрей. Пожалуйста, быстрей. Спасибо, даже расставился успел. Ну, неплохо. Неплохо. Да, 100%. Офигеть, чат. Я всех выиграл. Я всех переиграл, я всех выиграл. Ты представляешь? Это на... Пофиксите, пожалуйста, героя. Зачем вы вводите героя, если такое нельзя вводить в игру, типа? О. А тебе вообще здесь никто тебе не рад. Ты никто, извиняюсь. Не свидел, правда, ну ладно. Сейчас еще какую-то там шестую, и, в принципе, пойдет. Пойдет. Ну пойдет. Ну пойдет. Я доволен, капец, супер доволен. Просто максимально доволен. Ну, правда, ничего не сделать, я не знаю, что по расстановке должно быть здесь. Раз пробьет это, ну, может, пробьет. Там же он через стяжатель, да, 200-200 где-то будет, наверное. Короче, фиг знает, но в любом случае это ютарчик привет. 100%. Ну и бубла там тоже не будет. Просто сидим пока что. Бывают такие игры, когда вот ты сыграешь, и ты прям супер доволен. И вот ходишь, и тебе прям хорошо в душе. Вот это такая игра. Мега доволен. Ну 100%. Да пофиг. Ну, в принципе, вот если бы я знал. Ну а кого еще первым ставить? Вот этого надо было поставить. Ну, кстати, на самом деле у него стол-то такой. Я мог, наверное, выиграть, да? Не хватило или нет? Если бы этот первый стоял, этот бы... Не, все равно бы не хватил. Ну просто вот, видишь, чел, у него 100 атаки. 100 атаки чисто меня пробивает. Чуть больше бы ходов было бы, я бы, конечно, его переиграл. Потому что я усиляюсь больше, чем он. К сожалению, ну, 10, 13, 19 в итоге. Ставим лайки, согласен. Не, ну за такую каточку можно, я думаю, лайкосик влепить. Так-то и подписочку можно влепить, так-то можно и это комментик какой-то оставить. Правильно, чат? Спасибо, чат.